Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Джонни Паппет. Сегодня мы поиграем в Critter Clash. Это такая игрушка про зверюшек, которые нужно сбивать. У меня сейчас процесс тренировки, так что нужно открыть сундучок и посмотреть, что в нем находится. Эта игра находится в бета-тесте, то есть бета-тестирование у нее еще идет, и пока она не вышла. И нам дали одного котенка. Мы, в общем, подвешиваем на наших деревьях всяких зверюшек, и потом сбиваем таких же зверюшек на противоположной стороне. Типа как Angry Birds. Что-то похоже. Только тут чуть-чуть по-другому. Ну ладно. Так, нам нужно нашу команду проапгрейдить, сделать ее покруче. Ну, давайте заменим вот эту обезьянку вместо кошечки. И... так, кого бы нам еще улучшить? Нет, пока не можем, пока тут нужно обязательно нажимать на вот эти пальчики, ручки. Потому что это обучение идет. Ух ты. Так. Сейчас. Нам нужно сбить кошечек или... а, секунду, это идут. Вот типа как-то вот так вот. Пиу! Отлично, мы повредили веточку. Она почти порвалась. Так нечестно, вы видели, что произошло? Она же со своими шипами. Я тоже сейчас запулю. Подожди, оп. Ха-ха, мы повредили веревку, и наши чужие кошечки, вернее, свалились вниз с большими красными глазами. Ну что ж, у нас теперь будет следующее. Сундучок дали. Открываем. Что в сундучке? В сундучке, как обычно, будут даваться, наверное, петы, да? Ну, питомцы, в смысле. 50 бананов дали. Ага, петы. Ух ты, и... Хенни! Кролика Хенни мы открыли. Окей, хорошо, двигаемся дальше. Заходим в нашу команду. Так, давайте вот эту обезьянку заменим. Чтобы она была крутая. Крутая у нас была команда. Три обезьянки с красными глазами. Почему у них красные глаза? Эй, я первый должен был ходить. Ого, 132, прям по веревочке. Так. Сейчас я тоже тогда вот так вот. Кролища ракета. Видели, вы видели? Мы прям по коту попали. Ай. У меня осталось две кошки. Что за ерундашка? Ну-ка, опа. Эй, подожди, говорю. Вот так вот. Отлично. С одного удара. Отличный выстрел, говорит нам инструктор Кот в правом углу. Ну, ничего страшного. У нас еще два обучения идут. Будут. Так что, ребятки, это еще не полноценная игра. Нам дали 50 бананов. И мы можем улучшить нашу кошечку и веревку. Правильно, как я понимаю? Так. Да, давайте модифицируем вот эту веревку, потому что она самая основная, на ней висят все другие. И вот эту кошечку нам нужно тоже обновить, улучшить. Да, теперь она повреждение на 110 наносит. Супер кошечка, по веревочке, да? Ух ты, 5 кроликов, там 2 кошечки. Так, как бы нам бы вот так вот... Ребята, мы с вами молодцы, мы сразу, всех кроликов посносили, вот это да. У нас веревка модернизирована, прокачанная, и она чуть-чуть повредилась. Ну, сейчас я прицелюсь, вот так вот. Прямо кошечки. Она перебинтованная, вы видели? Ничего страшного, мы держимся. О, как у меня был кот, ой, злой кролик был, да? Или это мышка? Это барсук или бобр. Непонятно. Ну ладно, давайте тогда. Вот так вот. Подожди. Да подожди ты. Еще не приготовился. Вот так вот. Отлично. Мы с вами молодцы, ребята. Мы выиграли. Нам дали опять один сундучок. Сундучок обычный, простой. Давайте быстро его откроем. Что у нас там находится? А в нем у нас находится... что там в нем находилось? И я даже не посмотрел, что. И сразу нажал play. Эх. Слушайте, мне надо...
имя поменять свое? Или что мне там? Подождите, подождите, я не готов. Я пропустил удар! Они смеются! Я с вами... Обезьянки, я с вами заболтался! Но они чуть-чуть не... Так, давай-ка, вот ты лучше стреляй с этим грибочком. Ты крутышка у нас. Вот так вот, вот в эту веточку. Ага, а, ребятки, она по веточкам не стреляет. Все, я понял. Барсук по веткам не стреляет. Нет, держитесь, держитесь, мои обезьянки. Давайте лучше кошечка, кошечка, кошечка. Давай, давай, давай. Вся надежда вот на вот эту вот веревочку. Ах, а, рикошетом, вы видели, отскочила? Ребята, у меня осталось чуть-чуть. У меня осталось 3 зверюшки. Нет, нет, а можно обратно? Вот, давай, кошечка. Кошечка мне больше нравится. Нет. Крутая веревочка. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. По-моему, мне больно будет. По-моему, мне будет больно. Ну-ка, обезьянка, ты чем? А, ты камушками настреляешь, да? Ну ладно, давай тогда. Давай, давай. Фу, надо было сразу обезьянка стрелять. По-моему, мне сейчас будет больно. Фу, мне, ребятки, очень повезло, потому что мои зверюшки висят вот на этой маленькой-маленькой тоненькой веревочке. Давай, давай, давай. Все. А нет, держимся, держимся, держимся. Ой, слезки. У нашей обезьянки слезки появились. Да не плачь ты. У нас тут решающий раунд. Пью. Отлично, отлично. Так. Все. Фу, ребятки, мне повезло. Они не могут мне попасть в эту веревочку, в тоненькую. У нас есть последний шанс. Последний шанс сделать вот так вот. Оп. Отлично. Все. Я не знаю, что на чем держится, но мы держимся на каких-то непонятных. Подожди, да подожди, подожди, подожди! Они. Дело в том, что на них нужно еще прицелиться, чтобы стрельнуть. Все, все. Видимо, это так устроено, что я не должен проиграть в этом раунде, потому что, ребята, стой, обезьянка. Даже не прицелился. По-моему, сейчас будет больно. Да, ребятки, это так устроено, потому что я давно бы уже проиграл. Все, 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 все. Ты сделал, говорит нам наша кошечка, или кто там в розовом паричке. Да, мое имя Джим Джонни Паббит, конечно. Поздравляем, мы выиграли. Так, ребятки, открываем сундучок. Это у нас было обучение такое. Говорю, открой. Сундук, откройся. А в сундучке что у нас там? Дун-дун-дун. Тормози. Так, в сундучке... Что это такое? Я говорю, ты будешь открываться? Да, открылся. Что-то, видимо, где-то подтормаживает. Нам дали слона. Слона, 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 слона. Давайте поменяем сразу слоника. Вот этого крутого. Крутого слоника. Куда бы его повесить? Давайте, наверное, вот на вот эту веточку его повесим. Хорошо. Вернемся назад. Что это такое? Ага, это наши покупки всякие бесплатные, платные. Здесь у нас за просмотр бриллиантики. И первый у нас уровень называется Wood 1. Так, открывается через 3 часа. Все, пускай открывается. Ребятки, а мы с вами отправимся в нормальный уровень. И ищем противников, противников. Мы же играем против настоящих игроков. Посмотрим, найдутся ли они. Так, они нашлись. Джонни Паппет против Хедди Риггер. Так, и кто кого? Русия, Россия против Австралии. Ну что, давайте приступим. Слон, ну-ка покажи свой длинный-длинный большой хобот. Ух ты, он бумерангом стреляет. Прикольно. А этот... А у кошечки рикошет. Такие стреляет, который рикошетом. Давай-ка еще разочек бумеранг. Что-то мне этот бумеранг не нравится. Ребята, нам нужно попасть в вот эту веточку, где висят... белочка?
Бурундук, вернее, висит. Так. Что это? Оп. Эй, надо было его схватить, но я не успел. Так, вот сюда вот надо. Оп. Отлично, отлично, ребята. Фу, мы снесли их. Ха-ха, Хеди-Риггер. Ну что ж, ты против меня, да? Сколько много урона она мне нанесла. А что, если нам кошечкой затулить вот сюда? Пиу-пиу-пиу. Отлично, веревку порезали. Порезали веревку. Увеличивается повреждение. Ай, прям. Прям в... Это мне? Как подобрать эту штуку? Пиу. Камушком. У кота камушки? Что-то мне не нравится. Или это не у кота? Она мне говорит, я приду за тобой. Видите? Наши обезьянки как смеются. Найс шот, конечно. Лови. Пью. Так, один готов. Эй, у нее остался один суслик какой-то. Да, у нее... Ну ты косая девочка. Девочка, ты промазала. Ух ты, ух ты. Вы видели, я попал в супер бонус. И сразу из одного камня появилось 3. Хе-хе, отличная победа. Спасибо. Спасибо. Так, посмотрите рекламу. Нет, мы рекламу смотреть не будем. Ищем следующего. Ищем следующего. Ду-ду-ду-ду. Ух ты, а следующий у нас опять Хупер Хроникл какой-то. Тоже Австралия, Австралия. Ну, мой ход, да? Давайте, наверное, с обезьянкой. Мне обезьянка очень нравится, смотрите. Отлично. Сразу, с одного выстрела. Вы посмотрите, какие обезьянки камушки-то, а? Она говорит, вот впечатлен, впечатлен. Странно, у меня какие-то камни просто. Эх, промазал по бонусу. Если бы еще попасть по бонусу, было бы вообще отлично. Молодцы, молодцы, мы с вами. Хе-хе, вы посмотрите, вы посмотрите. О, у него какая-то супер-пупер грибок. И меня отравили. Коту плохо. Отлично. Ребятки, у них опять один остался. Этот бурундучок, да? Ну давай, бурундучок, давай, давай, давай. Оп. Ты промазал. Моему коту стало плохо, и он просто взял так и решил упасть. Пропопадупоп. Эх, сорвалось, ребятки, сорвалось, сорвалась наш удар. Эй, да что ты грибами разбросался? Ну-ка. Отлично, мы попадаем в бонус, но, к сожалению, урона мы много не нанесли. Ну, он держится уже на соплях, скажем так, на сопельках. Так. Ой. Ну-ка. Что-то я доиграл. Сейчас доиграюсь, по-моему, как и всегда, ребята. Надо, в общем, я думаю, его уже побеждать, потому что это не дело. Меня слоненько отравили. И упала наш бурундучок. Лови. Все, хватит уже церемониться. Мы тебя победили. Да-да-да. Ух ты, нам дали хрюшку, которая активируется на 30 минут. Дает бонус бананов. Ну, нет, не сейчас, не сейчас. Не сейчас. Так. Ну, возвращаемся в меню. Ребятки, мы сегодня поиграли с вами в такую в Critical Clash. Она, в принципе, хорошая. Мне она тоже понравилась. Ну-ка. Ага, тут можно пока открывать только один сундук. Но у нас 3 сундучка. Они откроются через 3 часа. Это у нас следующий мир. И пока мы не сможем его пройти, потому что... Поиграть в него, потому что мы еще этот не прошли. Ух ты, и с этой стороны есть. В общем, ребятки. Ребятки, вы были на канале Джонни Паппет, не забывайте подписываться, вступайте в группу, пишите комментарии, ставьте лайки. В общем, все как всегда. Всем пока-пока.